Улицы края до неузнаваемости преобразились и уже готовы к встрече Нового года. Гуляния стартуют уже в субботу. В 5 районах Барнаула откроются городские елки. Гостей ждут музыкальные представления, угощения, катания с горок и, конечно, хороводы вокруг елок. Начнутся программы в 5 вечера, а в 6 прогремит салют. Саму же новогоднюю ночь жители краевой столицы будут развлекать на площади Сахарова с часу до 3. Рубцовский праздник начнется завтра в 10 утра. Возле ДК в полдень жители приглашают в городской парк на развлекательную программу. В Бийске гуляния стартуют в канун Нового года, вечером 31 декабря. На Петровском бульваре, где впервые в истории Бийска установили роскошную искусственную ель, состоится праздничный концерт, а в полночь горожан ждет салют. А вот в Змеиногорске напротив Дворца культуры построили снежный городок, который впервые за последние годы украшает настоящая живая елка. Полюбоваться ею и насладиться выступлением музыкальных коллективов можно будет тоже вечером 31-го. Все новогодние каникулы будут работать лыжные трассы, катки и базы отдыха.